Нужно было в правильном месте упасть на втором уровне. Тогда попадаешь в Кащенко. Собственно, там и сидит сейчас автор этой игры. Кто круче, широкая математичка или широкий витек? Это успешный тайтл. Алло! Отдай мои 30 рублей, чел! Ага. Привет, Витек здесь, и я пришел играть. Во что? Это вы сами говорите авторам, что почему вы никогда не пишете в главном меню название игры. Вот, я пришел играть вот в эту игру. А называется она «Инди-помойка». Название придумал не я, она так реально называется. Так что, кому надо, найдет. Давай, нажмем «Играть». О боже. Хорош. Музон жуткий вообще. Нифига себе я скачу. Я почему-то по блокам Майнкрафта под ультрамузыку лечу. А что так можно было? Все, ребят, я бесконечно лечу. О, снова эта музыка. Ну, погнали. О, я нашел дверь. А что, так можно было? А если просто умереть? А. Нет, здесь нельзя просто умереть, ребят. Я попал в Кащенко. Что за прикол, боже. Зачем вы мне посоветовали эту игру играть? Я думал, здесь что-то более интересное будет, а здесь дресня полная. Ахаха, ржет этот спайлик. И куда я лезу? И зачем я лезу? А здесь кончилось. Какая жесть. О, там ошибка. Ух, мать твою налево. Я умер, оказывается. Там еще даже что-то говорят. Автор сам озвучивал, судя по всему. Я застрял. Тихо. Нормально, я могу выцепиться. Я могу цепляться руками. Реально мобильная дресня. Жесть. Я не думал, что это настолько дрестово будет выглядеть. Опа, дом. Приберись к двери, дебил, кусок. А что, это сложно, что ли, было? Тихо, почему меня сдувает направо? Алло. У меня кнопки заели, видимо. Уху! Да почему я все время умираю? Может, нам направо? Все, я просто жму направо, я не буду прыгать. А ты хитрожопый, ты посмотри. Мне нравится небо. Небо красивое. Очень красивое небо. Вон там склейка, смотри, небо. Видели? Хопа, прыжок. Надеюсь, я все-таки дойду до конца. А-а-а! Держись! Ноу! Главное, сильно не падать. Хопа! Видали? Профессиональный прыжок вниз. Тут маленькие камушки пошли, специально, чтобы я куда-то упал. Нифига себе, женщина, здрасте. Подойди ко мне, я тебе доширак дам. Ха-ха, ловушка математички. А что за кнопка? Я теперь могу стрелять. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Капец, хана вам все. О, облако. Давай на облако Не понял. А, краб! Там какой... Откуда здесь краб? Его же здесь не было. Вон он, убил! Ха-ха, убил краба. Вот это я понимаю. Качество. Качество Кащенко. Пи-пи-пиу-пиу. Ладно, держи... Дошик с отравой. Че, мем такой, да? Доширак с отравой берем! Это, походу, был не просто доширак. Да я заметил, ха-ха. Так, у меня стрелялку отобрали. Ноу, как я без стрелялки. Что тут за лютая дичь, господи, происходит? Куда я попал? Кто делал эту игру? Засунь себе эту игру обратно, куда ты ее делал. В голову, засунь себе ее в голову. Это будет твое проклятие. Пусть она тебе приснится. Пусть она будет тебе сниться каждый раз, когда ты спишь. И прыжок, и направо, 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 направо. Еее. Так, а теперь куда? Вон там была площадочка, я видел. Хорош, я до лежачей двери дошел. Капец, это что? Это укрупненный доширак на заднем фоне, а я прыгаю по какашкам. Это когда ты уже съел доширак, видимо. Он теперь выходит. Годи, а что за главный герой? Это Марио, что ли? А почему он круглый? Ну, расцветка Марио, усы Марио, шапка Марио, штаны Марио, но форма не Марио. Игра года. Есть еще вторая часть, между прочим, этой игры. Но она стоит денег, поэтому я вас... Ну, предостерегаю. Поиграйте в первую. Глядишь, вам не зайдет. По мне так просто идеально. Ты посмотри, какой графоний.
Какой доширак? Я чувствую, я приближаюсь к финишу. Там будет гигантская куча навоза просто должна быть. Так, вот она учащается. Его все больше. И... Где? Ну, что? Плотность увеличивается. О, ты посмотри, какая гигантская! Я ж сказал, что... Вот он, доширак. Я за ним шел, ребят. Это концовка игры. Поздравляю, ты ее прошел. А еще скоро будет новая игра. Жди один. Что? Что значит я прошел игру? Почему кнопка начать заново не работает? Зачем ты сделал здесь кнопку, которая не работает? А где вот здесь? Секретка! Та-да-та-да-та! Нужно было в правильном месте упасть на втором уровне. Тогда попадаешь в Кащенко. Собственно, там и сидит сейчас автор этой игры. Судя по всему. Может быть, он даже из нее не выходил. Он просто ее оттуда сделал. Ну, куда ты? Нет, не падай, не падай. Давай тогда направо. Ой-ой-ой-ой-ой. Ух ты ж ты, капец. Вот это сейв года, ты посмотри. Вы видали, как я мастерски это все сделал? Никто не думал. Мусорка, я нашел мусорку, капец, жесть. Тут пока ничего нет, но спасибо моим тестерам и всем, кто делает хоть что-то для игры. Низкий поклон, без вас этой игры бы не было. Привет, Витёк здесь, и это самая матершинная игра, которую когда-либо видел, мне кажется. Потому что это игра от школьника для школьников. И кажется, сейчас будет разрыв поколений, а может быть даже взлом жопы. Извиняюсь за выражение, потому что именно это вот здесь и написано. Я сейчас отъеду. Видали? Взлом ЖП Edition. Все, инди-помойка 2. Наконец-то авторы соизволили писать название своих игр прямо в главном меню. Это, знакомьтесь, Шарио. Ну, потому что это Марио, но он шар. Погнали. О! Я же сказал, я предупредил про матершину. Он отдохнул. Я буду переводить на общечеловеческий. Ой, классно поспал. Дальше идем. Это стол, это толкан, это машинки. И... Ой, кажется, пора в школу. Надеваем подкрадули и шпарим. Куда пойдешь, спрашивает меня. О, можно отодвинуться немножко. Налево, пятерочка, направо, школа, недолюбливаю ее. Ну давай в пятерочку. Че я сразу, оп, зацепился? Зацепился немножко, чем не знаю. А да, о, а вот она и пятерочка. А че она как-то отзеркаленная какая-то? Потому что налево. Это же моя пятерочка у меня на районе, которая стоит. Чел, откуда ты знаешь, где я живу? А туда еще не пускают? Локации нема. А, чё, так можно было? Чел, ты продаешь игру за 30 рублей. Почему нету пятерочки? А что мне теперь делать? Я чувствую себя разведенкой. В том смысле, что меня развели сейчас в стакане воды просто. Хорошо, а если пойти налево, просто налево? Не лезть куда-то в гору. Может быть там... А. А там... Там ничего. Бро, как ты умер? Прикинь, на английском языке. Не, ну, значит, он уже не совсем там в третий класс ходит, да? А что, если перепрыгнуть вход? Там же дальше есть что-то еще. Я вот увидел вот этот островок и сразу понял, что мне нужно туда. Ну-ка. Музяка-то какая, а? Моргенштерн позавидует таким битам. Оп, зацепился. Сейчас еще разок. Идем. Да что ж такое, куда я лезу? Это что, орех из Plants vs. Zombies? Я догадывался, что той локации тоже нету на самом деле. Но, видимо, нам нужно в школу. По-другому вариантов-то и нету. Остался один вариант попасть только. Надеюсь, в школе хотя бы что-то будет интересное. А то это, знаете, похоже на развод. Игра, в которой ничего нет.
Hello. Вот она, школа. Ну, давай, запрыгиваю. Еее! Я нашел математичку! А что снизу? Я уж думал, там бесконечное падение. Мою мечту украли, кричат. Это что? Твоя самая любимая математичка? Ёлки-палки. Ну, прости, прости, разработчик. Куда здесь дальше-то? Прыжок Веры Брежневой. У-у-у! А-а-а! Я мимо двух математичек проскочил. Просто клан математический какой-то захватил игру. Фига себе, широкая математичка. Я, кстати, тоже бываю широкий, если захочу. Вау! Кто круче, широкая математичка или широкий Витёк? Ну-ка, ваши комментарии, пожалуйста. Она увеличилась. Идем дальше. Что тут? Опять прыжок Веры Брежневой и... Ну, ноу! Да капец, ну кто так уровни делает? Хотя бы показал бы, куда надо прыгать. Прыжок! Чуть-чуть притормозил и давлю направо. Воу-воу-воу! Ты капец, математичку держал меня за какую-то ногу левую или правую, синюю. Я так и не понял. А куда дальше-то? Почему ничего не видно? А-а-а! Держи меня! Держи меня за что? Куда падать-то? Направо давай! А ну! Математичка! Казалось бы, инди-помойка 2. Значит, есть инди-помойка 1. То есть это успешный тайтл, понимаешь? И это действительно так. Инди-помойка 2 продается за деньги. Она стоит 30 рублей. И тут нужно прыгать по математичкам. Я думаю, такой контент... А! Ай! Опа! На! Секретная широкая математичка в два раза шире, чем предыдущие. Твою налево, она прям для прикола стоит. Стоять! Математичка. Вижу! Вижу! Как из пушки прыгнул. Опа-на! Так, лестница из математичек. И это выход из класса! Ну, наконец-то! А если его перепрыгнуть? Нет, его нельзя. Подкрадули! Я теперь буду... Нет, я что-то подскользнулся. Подкрадули по какой-то. И бесконечно падаю в бездну. А-ха! Тут есть сек... Ноу! Снова математичка не преследует меня! Да как так? Я же должен был по ботинкам скакать. Понял. Вот, я до твоей лестницы дошел с первого раза же, без ошибок. Ну давайте, подкрадули, не подведите. А почему оно не прыгает? Он не прыгнул! Он сам не прыгнул! Окей. Он не прыгает. Я жму прыжок, он не прыгает. В чем прикол? Чтобы я не смог пройти этот уровень? Что за фигня? Вот я жму на прыжок, он не прыгает. Алло! Отдай мои 30 рублей, чел! Что за фигня? Это непроходимый уровень! Это не я ошибся, это оно ошиблось! С разбегу давай! Да я упаду! А нет тут разбега, он просто забыл сделать прыжок здесь, в этом уровне! Капец! Делай возврат однозначно. Все, я прошел игру. Ну это жесть. Я уверен, что ничего там нет. Это же помойка. Да. Это помойка, господа. Я не знаю. Это хуже еще первой части игры. Нет, если склеить первую и вторую часть игры... Это будет просто свалка жутчайшая говнеца, но... Боже. Какой контент, а? Ну, в общем, лайки ставьте, в описании ссылочка на полезную группу ВКонтакте. Всем, как говорится, хороших игр. Не играйте в помойки. Верни 30 рублей, гад. Ага, я лучше. Согласен. Удаляй, говорит, при мне. Все, вот удаляю. Все удаляю. Нафиг.